Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2016 года выпуска в сером цвете. В автомобиле установлен бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 144 лошадиных силы, АКПП передний привод, литые диски, спойлер, ветровики, повторители в зеркалах, хромированные вставки, пробег 91 тысяча километров. По салону у нас темный ухоженный салон, не прокуренный, три ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, эко-режим, мультимедиа, сигнализация установлена, антиюз, противотуманные фары, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника, эваковрики есть.